Всем привет! Вот и пролетело лето, летушка, и уже 25 октября. Вот так выглядит сад на 25 октября. Индиголето, вся в крапушках, но зато цветет. Красивая, какой у нее аромат, потрясающий просто. Мои мультифлорки, вот это, я не знаю название, но она такая милашка, такая, такие у нее малюсенькие вот эти цветочки, так долго цветет. Это живучка декоративная, такой приобретает цвет. Вы посмотрите, как красиво. Это что-то просто потрясающее. В прошлом году виноград был более пурпурный, а в этом вот такой вот насыщенно кораллово-теплый. И вторит ему вот такая вот мультифлорка. Маленький кустик я купила большой и поделила. Хочу рассадить. Еще цветет малюсенькая гвоздичка. Гибискус древовидный, вырастил его из семян. Кстати, очень легко выращивается из семян. Цвел даже в этом году уже. Это кобея лазающая. Все, пора ей прощаться с нами. Вот такую приобрела краску. Посмотрите, какая календула. Камера не передает ее размер, он просто огромный цветок. Это вересковая астрочка и мультифлорка уже отцветает. Можжевельник на новой клумбочке меняет цвет. Это каменная роза молодила, овсяница, снова живучка, маленькая коника, которая, знаете, на Новый год продают в магазинах, спасла. Это мои саженцы. Начну их прикапывать потихоньку. Ну, это вот товарищ греется. Вот, пошли гулять вечером по немецкой деревне у нас. ЖК так называется. Сделаю потом как-нибудь обзор, потому что очень красивый район. Ну, в темноте, конечно, снимать на телефон такое себе, но все равно. Вот так выглядит осень у нас в Краснодарском крае. Очень красивые, красивые цвета, потрясающие. Желаю вам теплой, красивой осени. И даже если она будет дождливой, пусть это будет романтичный, приятный дождик, который навевает такие ностальгические, приятные нотки. Всем хорошей осени!